Фонари и фотоаппарат. Вот, пожалуй, все, что нужно, чтобы создать модную городскую открытку. Сегодня постараемся заморозить свет в прямом смысле этого слова. Модное направление фризлайт набирает обороты. Попытаемся сегодня его изучить. Поможет нам в этом могилевский фотограф Сергей Михеев. Будем сегодня учиться рисовать светом. Надпись, которую вы видите, создана без фотошопа. Она нарисована светом, и этот снимок получен всего за пару секунд. Фризлайт – дословно замороженный свет. Как вид искусства появился пару лет назад. Это и живопись, и фотография. Для светозаморозки нужны камера и источник света. Подойдет даже обычный фонарик. В экстремальных снежных погодных условиях пытаемся запечатлеть во фризлайт в стиле «Площадь славы». На фотоаппарате устанавливаем длительную выдержку и начинаем рисовать. Ну вот, красиво, отличный вариант. Могилев 2017. То, что надо. 7 раз. В этом году Могилев отмечает юбилей, поэтому рисуем символическое число 750. Фото года. Во всех билсоюздруках. Лучшая открытка города Могилева. 750. Ну-ка. Планировать рисунок лучше заранее, чтобы рассчитать движение и сделать метки. В интернете очень большое количество фризлайта, сделанного с помощью бенгальских огней. У нас есть классная машина, которую Сергей готов разукрасить. Сделай, пожалуйста, два колеса, дым из трубы и Володю водителя смайлик. Нелегко заморозить свет, используя бенгальские огни, да еще и в такую погоду. Со стороны это похоже на какой-то магический обряд. Потому что фотография должна быть красивой, это не просто тяп-ляп. Мы создаем шедевр. Шедевр. Шедевр получился на славу. Теперь будем рисовать на автомобиле реснички. Скорее всего, мелкие детали у вас вряд ли получится с первого раза. Во фризлайте нужна практика. Я забыл вас познакомить. У нас не просто фризлайтинг сегодня, у нас еще один эффект. Посмотрите, клонирование фотографий. Раз, опа-на. Дело в том, что у Сергея Михеева есть родной брат Саша, это близнецы. Правильно я понимаю? Да. Сколько разница у вас? 15 минут. Кто старше? Он. Я. Отлично. Добавить работам яркости можно, используя разноцветные огни. Чтобы рисунок получился четким, используйте штатив. В отличие от новогодней елки, звездочет никак не подсвечивается. Мы исправим эту маленькую оплошность. И елка стала красивее. Занятие, конечно, это не быстрое. Одну фотографию мы делаем уже, наверное, минут 20. Во-первых, погодные условия не позволяют сделать очень быстро, потому что снег залепляет камеру. Ну и плюс, конечно, чтобы получилась прям идеальная фотография, нужно потрудиться. Ощущение, что мы снимаем новый эпизод «Звездных войн». На самом деле, с помощью светового меча пробуем зафризлайтить название нашей передачи. На надпись «Встретимся у звездочета» ушло бы несколько часов, поэтому изобразим сокращенный вариант «Беларусь-4 Могилев». Получились модные городские открытки. Поигравшись с фонариками, лампочками и фотоаппаратом, подведем итог. Это как минимум интересно и очень креативно. И звездочету тоже понравилось. Лайк! Like.